Соревнования прошли в спортивном городке. Участвовали дети и опытные спортсмены в классе «Мастер». Самый юный участник мотокросса – 6-летний анапчанин Валера Ескин. 3,5 года мне было, и меня привел сюда папа. Я езжу как взрослый на двухколесном. Восьмерку, змейку и упражнения делаю. Соревнования прошли в 8 классах мотоциклов. Приехали 74 спортсмена из Южного федерального округа, Удмуртии, Нового Уренгоя и Республики Крым. Вадиму Колесникову 8 лет, стаж в мотоспорте 3 года. Я люблю мотоциклы, потому что они быстрые и мощные. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Александр, осветил мотоциклы. 15-минутная тренировка на трассе, и первыми стартовали самые юные участники. Победитель у нас выявляется по сумме 2 заездов. То есть это лидер, первый лидер, и от него идет отчет, кто за ним ехал. Это носит такой, ну, характер уже у нас традиционный. Поэтому люди все знают, они приходят сюда. Первые соревнования по мотокроссу в хуторе Чембурка прошли 10 лет назад. 10-летний юбилей создания автономной спортивной организации «Патриот» отметили организаторы соревнований. За годы изменилось многое. На месте карьера построили спортивный городок с развитой инфраструктурой. Сегодня нам можно проводить соревнования как всероссийского, так и мирового уровня. Я думаю, что пройдет немного времени, и к нам поедут не только со всей России, но и со всего мира, и с Европы, для того, чтобы провести эти замечательные соревнования спорта мужественных людей. Спортивную трассу покоряли не только мальчики. Анапчанке Софье Погореловой 10 лет. Мотоспортом занимается 2 года. Первый мотоцикл подарил папа. На собственном поле первый раз на 4 колесах были, а потом 12 занятий спустя, и тогда он снял мне 2 передних колеса. Тогда, год спустя, я участвовала в первых 3 соревнованиях. Ну, самое главное – участие и получать какие-то успехи. И самое главное – без травм быть. По итогам 2 дней в группе с объемом двигателя мотоцикла 50 кубических сантиметров, возраст до 7 лет, первое место занял Алексей Федорцов из Железноводска. В классе 65 кубических сантиметров от 8 до 11 лет – золото Алексея Орлова из Краснодара. В группе 85 кубических сантиметров в возрасте от 12 до 15 лет лучшим стал Алексей Бурмистров из поселка Архипа Осиповка. В классе свободный от 15 до 45 лет первое место у Ивана Дегтярева из Анапы. В классе мастер от 45 до 51 года – золото Александра Кузовкова из станицы Северская. В классе ветеран от 51 года и старше первое место занял анапчанин Владимир Кравцов. Победители получили грамоты, кубки и денежные призы.